В Казанском федеральном университете закончилась летняя смена лагеря английского языка Discover КФУ. В лагерь приезжают старшеклассники из разных регионов России, а также других стран. Мы приглашаем ребят, старшеклассников, для того, чтобы они подтянули свой английский. И для того, чтобы они еще раз убедились в том, что их выбор будущей специализации, будущей профессии правильный. Либо задумались о том, что в университете достаточно много разных интересных направлений. Некоторые из них задумываются после нашего лагеря, насколько стоит им поступать в тот или иной институт. То есть у них появляется выбор после посещения нашего университета, после посещения этого лагеря. Лагерь нацелен не только на изучение английского, но и на знакомство и погружение в университетскую жизнь. Поэтому после утреннего обучения языку ребята отправляются на экскурсии. За время смены участники лагеря посетили множество подразделений и объектов Казанского федерального университета. Среди них зоологический музей имени Эверсмана, музей Лобачевского, планетарий, институт международных отношений, институт фундаментальной медицины и биологии и инженерный институт. В вечернее время участники встречались с успешными выпускниками Казанского федерального университета. В рамках лагеря также состоялся флешмоб, к которому ребята готовились всю смену. Мы подготовились к флешмобу, который будет во всем мире в ноябре, когда в каждом городе ребята выходят и танцуют. И этот танец посвящен, так скажем, добру, каким-то добрым делам, помощи, взаимопомощи. И на этом фоне мы решили ребят сплотить и всю смену посвятить тому, чтобы они больше внимания обращали на своих друзей, близких. Итоговой работой в лагере стал проект «Мой идеальный университет». Участники представили свои рисунки с изображением своего университета мечты. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.